Восстановлено сообщение с Цунтинским районом и Бештинским участком. Движение транспорта осуществляется по временной схеме через населенные пункты Агвали, Шаури, Кидеро, Тлядал и Бешта, сообщает пресс-служба Минтранса региона. Движение по трассе Гунибское шоссе, Вантляшевский перевал также восстановлено. На дорогах местного значения идут работы по открытию временных проездов. Однако отрезанными от внешнего мира остается село Дагбаш в Шамильском районе, селение Махалатли в Цунтинском и село Камилух в Тляратинском. Там продолжаются аварийно-восстановительные работы.